Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Олег Быков и Диана Вайс. Сейчас мы находимся в трехзвездочном отеле Пури Махарони на острове Бали. Мы находимся сейчас в Индонезии, в районе Санура. Когда мы попали в этот отель, мы поняли, что не рассказать вам о нем будет, наверное, для нас самым большим грехом. Поэтому сегодня мы вам покажем все достопримечательности отеля, что здесь есть и что здесь можно, чем можно здесь наслаждаться. Но перед этим немножечко хотелось рассказать о том, почему мы заселились именно в этот отель. Если прийти на стойку ресепшена и забронировать себе номер прям напрямую в отеле, он вам обойдется в $90 США в сутки. Мы же забронировали этот отель через нашу систему fireflies.com за $210 на 7 дней. На 7 ночей с завтраками. Да, с завтраками. То есть мы здесь отдыхаем по супер скидкам от компании Fireflies. Но сейчас давайте посмотрим, какие достопримечательности здесь есть и что здесь стоит посмотреть. Итак, друзья, теперь мы находимся в нашем номере на втором этаже. Наш номер выходит с видом на бассейн. Давайте посмотрим, какой пейзаж. Вот такой вид нашего номера. Мы видим бассейн, и каждое утро, когда мы просыпаемся и смотрим на вот этот замечательный пейзаж. И еще, конечно, видна кухня. Итак, давайте посмотрим, что в этом номере у нас есть. Вот такая огромная кровать. И, кстати, когда мы приехали в этот номер, увидела сразу оттенки фиолетового цвета. Этот цвет мой любимый, поэтому для меня это было еще более радостнее, да? Вот, здесь есть у нас стол рабочий, то есть рабочая зона очень удобная, мы иногда с Олегом здесь работаем. Работает кондиционер в хорошем состоянии. Что мне нравится, он отдален от кровати, потому что в предыдущих отелях, в некоторых, он стоял перед кроватью, иногда мы не могли просто найти баланс, да, между кондиционером и простым воздухом. Вот. Вот наша ванная. В нашем номере есть ванная, в других номерах у наших друзей, там у них есть душевая. Огромная ванная, очень удобная, и, соответственно, зеркало. С хорошей большой зоной. В целом номер очень хороший, нам он очень нравится. Так что если вы приезжаете в этот отель, бронируйте, не пожалеете, будете очень рады. Thank you.
В общем, отель Пури Мухарани уверенно держит свои 3 звезды. Я бы ему дал даже 4, если бы у него совершенно отсутствовали минусы. Но у него, как и у любого другого отеля, есть свои плюсы и есть свои минусы. Одним из основных минусов данного отеля является то, что здесь отсутствует Wi-Fi в номерах. Поэтому приходится работать здесь на территории отеля, да, либо сидеть в ресторане, ловить местный Wi-Fi, который, в принципе, достаточно хороший. Мы даже отсюда проводим онлайн-вебинары. Вторым минусом для меня является отсутствие моря в шаговой доступности. Но этот минус, в принципе, компенсируется тем, что 4 раза в день местное, можно сказать, такси собственными силами отеля вас вывозят 4 раза в сутки до моря, где можно искупаться, поплавать, посмотреть рыбок, пофотографироваться с морскими звездами, в общем, отдохнуть по полной и вернуться обратно на этом же самом местном транспорте. Очень хороший автомобильчик, в принципе, нам предоставляет сам отель абсолютно бесплатно, он уже входит в стоимость проживания в отеле. Также третьим основным минусом является то, что здесь отсутствуют нормальные кафе в шаговой доступности. Мы совершали несколько попыток, в ходе которых мы потерпели полное фиаско, найти какое-то кафе поблизости. Поэтому мы питаемся в местном ресторанчике, который нам предоставляет завтрак, но в котором очень дорого питаться за наличные средства. 1500-2000 рублей можно оставить, хорошо покушав в этом ресторане вечером, например, если вы захотели кушать. Ну а в общем, отель оставил очень положительные, теплые впечатления, наличие бассейна, наличие буйной роскоши, зелени, различных деревьев, манго растут прямо на деревьях, иногда падают на голову. В общем, ну, так очень хорошо, очень уютно, если отдыхаете с детьми, вам здесь очень понравится. Ну и семейным парам, даже молодоженам здесь очень понравится, потому что здесь очень романтическая обстановка. Радует, что здесь есть качалочка, в которую можно сходить и подтянуть те мышцы, которые совершенно ослабли у вас от вашего бурного отдыха. Бассейн достаточно хороший, глубина максимальная достигает где-то 2 метра, поэтому там есть специальная зона для детей, конечно, но если вам хочется нырнуть, тогда милости просим, в этот бассейн можете искупаться без проблем. Ну, а мы с вами не прощаемся, увидимся в ближайшем отеле, который мы бронируем уже буквально сегодня, здесь же на Бали, о котором мы снимем такой же видеоотзыв. С вами были Олег Быков и Диана Вайс. Подписывайтесь на наш YouTube-канал «Вокруг света за 80 лет» и увидимся в лучших отелях мира вместе с нами, вместе с нашей командой fireflies.travel.